Ну что, будем купаться? Нет. Будем? Нет. Будем, будем. Покажи свой облезлый хвост. Теперь вычесанный, как макаронина. Началось. Мои кошмарные сны снова стали явью. Не хочется? А придется. Не лей кипятком на шары! Сварятся! Давай, давай. Давай, давай, холодный прибавляй. Вертел я эти бассейны. Блять, стой. Твою мать. Побег не удался. Засранец. Ух, и паршивый, а. Я не поддамся этому эксперименту. По превращению меня. Вот говнюк. Выдру. Все в воде. Лопоухое ты создание. Что это такое? Это то, что сделал что ты. Что это? Насильно. С моим хвостом. Вот это что такое? И мехом. Это остатки твоего хвоста? Это остатки твоей человечности. Ты лис или не лис? Ну, жаркого, да, теплое, понятное дело. Тебе бы на шары такой теплой воды. Чего тут поделаешь? Ну, конечно, крана с холодной водой не существует. С горем пополам искупались. А по-моему, мне досталось больше половины. Теперь сушиться, отжиматься, давай. Я надеюсь, ты не будешь отжимать мои колокольчики. С тебя еще вода 2 недели течь будет. Да-да-да. Вода — это только начало. Я тебе покажу, что с меня может течь и в каком количестве. Я тебе устрою. Да что ты так боишься над этой пропастью? Вот так великая высота в ванной здесь, да? Для вареных яиц эта высота фатальна. Все, расчесались, искупались. Теперь можешь обязательно. Ты к утру изваляешься в лотке, конечно. Конечно. Чтоб приобрести запах лисьего благовония. Конечно. Совершенно случайно. Все совершенно это случайно. Для тебя и меда не надо. Вы все это так обожаете. Только вас искупаешь, намарафетишь, вы где-нибудь извозюкаетесь, намеренно рухнув в лоточек. Да? Жесть, у тебя когти, у тебя даже когти белые. Скоро я пройдусь ими по тебе. Сам дело, лапы, когти белые. Не твое, не лапы. Ух! Ух! Офигеть. Дай переднюю, дай лапу. Дай, дай, дай. А что еще попросишь? Это тоже тебе накрасить надо еще. Маникюрище сделать. У тебя на руки как не возьмешь, так остаешься подратым, будто Фредди Крюгера встретил. Или росомаху. Или росомаху. Ой, да иди ты нахуй. Ну и морда. Стой, росомах. Все, сушиться теперь. Создание ты водное. Ох ты, с лапы воды течет. Что это за остатки былой роскоши? Ну, заходи. Зайти просто так. Но это опасно. Заходи, если хочешь. Я хочу зайти по делу, но под видом, что просто так. На диван не пущу, сразу говорю. Что же делать? Мокрая морда. Зайти сейчас или попозже? А попозже может не быть другого шанса. Ты что, дурак, что ли? А кто тут? Риск дела неоправданное. Ну и что, мы туда мокрые забрались? Да я просто так здесь. Полежать, прилечь немножко. Чего тебе тут надо? Это не твой диван, мой. Мой диван. А разве ты его пометил? А я вот уже почти. Лежи уж, ладно. Почти. Ты пойди, наведи себе чайку. Лежи, лежи, хрен с тобой. Лопоухая рожа. Так, в эту комнату я больше не ногой. Еще купаться хочешь? А вот сюда можно заглянуть периодически. Паучара. Здравствуйте. Недобрый вечер. Купаться пойдешь? А убираться пойдешь? Флойд. Вот ложись в батарею и сушись там. Я здесь не за тем, чтобы высушиться.
У меня есть задача поважнее. Проныра. Везде тебе все надо. К себе потом пойдешь. Потусуйся тут пока. Ложись вон у батареи. Ложись, ложись. С чего ты взял, что я буду тебя слушать? У меня свои законы. Тебе бы только на диван засранец. А сам-то чего на нем лежишь? Ложись на пол. Здесь тоже хорошо. Скрываюсь в тени, быстро минирую и выхожу, как будто ничего не произошло. Миссия выполнена. Повторно исследую локацию для дальнейшего минирования в будущем и составления карты с местами закладки взрывных устройств. Обязательно заминировать пути отхода. В тапки мне не ссать. Я и не собирался. На кухне желательно тоже. Тоже не собирался. Молодец. Молодец. Итак, на данный момент заминирован только этот сектор. Вот что убрать, не? Чего? Я говорю, ты нехороший. Чего возмущаешься? Что это такое? Мои конституционные лисьи права нарушены. Мой хвост поруган. Возмутительно, да? Мои бубенцы подвергнуты термической обработке. Что? Не нравится хвостище твой облезлый? Вычесал теперь все. Ты такой. Кот облезлый, не какой-то не лис. Это мы еще посмотрим. Возмутительно, да? Я проиграл битву, но не войну. Не рычи. Не рычи, хорош. Хорош возмущаться. Хорош, хорош. Я немножко спалился. Надеюсь, темнота сокроет мои деяния. Но на крайний случай, вообще по лисьим законам кража не является преступлением. Обычное дело. Обычная забава. И вообще, я прилягу здесь пока что. Мирно здесь полежу всю ночь. Ты притворяешься, будто ты ничего не делал, да? Я ничего и не сделал. А носки мои кто? Плохого. Спер. Не понимаю, о чем ты. Зачем тебе мои носки? Что это? Зачем ты их спер? Ничего не знаю. Себе напялить захотел? Так ты и так в носках, у тебя он белый, у меня серый. Ой, ты жопа. Эти глаза напротив. На. Давай сюда. Оп. Бесос. Жуй, жуй. Наложил мне какого-то дерьма в миску. Ты сам хоть пробовал, что мне приготовил? На. Жри, не заглядывай сюда. Кушай, кушай. Дрила. Сначала отсюда с миски все повынает, поразъеб, там все. Клевета. Потом с грязными лапами сюда просит. Неправда. Говнюк. Пробки он опять на пооткусывал все, свинья. Их там изначально не было. На, Флойд. На. Бегом, я долго ждать не буду. На. А я не буду бегать по первому зову. Флойд, на. Потомись в ожидании. Я прихожу, когда считаю нужным. Когда хочу. Долго жуешь. Флойд. На. Будешь? На еще. На. Что ты там делаешь? Яйца лижешь или что? Что хочу, то и делаю. На. Подметешь у меня, когда здесь. И пол помыть надо. Молодец.